Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Меня зовут Марина Лацко, и я преподаватель английского языка с 30-летним стажем, а также писатель, автор пособий по английскому языку для самых маленьких читателей, слушателей, а также мама Маруси, которую я воспитываю не как билингва, но как человека, который знает английский язык. Сейчас ей 9 лет, и я хотела бы поделиться некоторыми моими наблюдениями из большой педагогической практики, большой теоретической работы, которая была проделана за эти 30 лет, и также наблюдениями над достаточно большим окружением детей. Сегодня я хотела бы начать цикл коротеньких видеообзоров проблем раннего билингвизма, обучение и обучение английскому языку и просто иностранных языков с самого раннего возраста. Сегодня мы начнем с вами с рассмотрения некоторых вопросов, так называемых мифов, которые испытывают очень многие родители, а также и преподаватели, которые боятся браться за такой маленький возраст от нуля, а для родителей от нуля и выше. Но я имею большое желание рассказать о нашем опыте и о моих наблюдениях, а также раскрыть все наши маленькие секреты обучения языку и вообще жизни на языке. Начнем мы с вами с мифов. Я вывела несколько мифов, которые, то есть опасений, которые очень часто у нас родители и преподаватели испытывают. Первый миф. Миф один. Обучение английскому языку мешает развитию родной речи. И мы сейчас с вами поговорим сегодня только о нем. То есть, еще раз, обучение английскому языку мешает развитию родной речи. Так ли на это на самом деле? Я могу привести наш пример, наш личный пример, семейный. То есть, очень часто говорят родители, зачем обучать какому-то языку, если он еще свой родной не освоил. Наверное, сначала надо освоить родной язык, и когда он уже будет понимать, уже общаться, то есть уже будем уверены в том, что в голове все уложилось, то мы уже можем давать ему следующий язык. Но это является не совсем правдой, потому что в это время, когда человек рождается, ему, в принципе, все равно, на каком языке с ним разговаривают. И важный момент не упустить 11-месячный интервал рождения ребенка, то есть до 11 месяцев, как говорят исследования, и видео я прикладывала в своей группе, как говорят исследования, ребенок способен постичь достаточно большое количество языков, если он слышит их до 11 месяцев. Естественно, каждый язык мы не должны забывать, он должен быть обращен по возможности на нашего малыша, чтобы он строил нейронные связи в голове, да, поведенческие реакции и прочее поведение. То есть в чем миф, что сначала один язык, мы должны разделять, сначала родной язык, потом, пожалуйста, изучайте. В 7 лет пойдет в школу, в 8 лет начнет в втором классе изучать. Давайте подождем, все у нас будет прекрасно. Конечно, есть много случаев, когда именно с этого возраста начинают дети, и осознанно идут и добиваются прекрасных результатов. Тут мы не говорим ни о чем. Но я хочу вам предложить наш опыт и мои наблюдения о том, что насколько легче, насколько проще, насколько веселее, насколько интереснее, естественнее идет процесс, когда он идет с как можно более раннего возраста. Вы уже слышали наверняка фразу до трех, после трех уже поздно, и так далее. Но на самом деле, конечно, в идеале начать до 11 месяцев. Но если этот момент замечательно прошел, существует достаточно много примеров, я думаю, в вашей жизни тоже полно таких людей, которые изучали язык гораздо раньше и пришли тоже к хорошим результатам, к изумительным результатам. Но мы сейчас говорим о самом простом и естественном способе. То есть я не отрицаю, что можно выучить язык когда угодно. И в 80 лет люди начинают язык изучать и добиваются тоже чудесных результатов. Но именно начало вовремя, то есть когда начинается и свой родной язык, ну, может, чуть-чуть позже, он приносит чудесные результаты. Я знаю очень много случаев, когда люди начинают и в 5 лет, и в 6 лет. Это тоже не конец света, что начали не в 3, и не в 1, и не до 11. Результаты тоже чудесные. К чему я это говорю? Я говорю о том, что важно, конечно, начинать
начать как можно раньше перед школой. То есть, если ребенок приходит в школу, если, конечно, там не чудесный преподаватель, который, у которого глаза горят и прочие атрибуты этой профессии нашей, когда можно сказать, что человек, преподаватель, изумительный, прекрасный. То есть мы не берем такой случай. Мы берем вариант, когда школа у нас достаточно обычная, когда много детей в классе, когда они начинают сразу с транскрипции, не дай бог. То есть мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим о том, насколько процесс становится естественнее и приятнее, если начать его раньше. То есть наш первый миф, что язык, английский, любой другой язык, второй язык, то есть не свой родной, не родительский, не тот, на котором в основном говорят, будет замедлять развитие первого, является неправдой. То есть, по нашему примеру, я коротко расскажу наш пример. Я не хотела растить из дочки билингва. Почему? Потому что, во-первых, я считаю, что русский язык, он достаточно сложен. И надо постичь его целиком. Это постигается целиком на общение в основном, конечно, с мамой, с ребенком. То есть он всегда у меня стал во главе угла, что русский язык должен быть превалирующим, то есть он должен быть всеобъемлющим. То есть все, русский язык – это главный язык. То есть никакого искусственного билингвизма в моем случае не планировалось. То есть что такое искусственный билингвизм? Когда мама, например, или папа говорит на одном языке, второй родитель – мама или папа – на другом языке. То есть ребенок четко разделяет язык по родителю. В данном случае у меня не стоял такой цели воспитать из ребенка билингва. Сейчас Марусе 9 лет, и я и сегодня, возможно, расскажу о том, к чему мы пришли, если вы еще не знаете, не слушали меня. То есть начали мы с чего? Первый месяц я практически не разговаривала на английском языке. Может быть, говорила, но я вот сейчас этот момент не очень помню. Русского языка было достаточно много, естественно, всякие пестушки, наши ножки и так далее, потешки, пестушки, глазоньки и так далее. В этот момент нам важна сама мелодика языка, и чтобы она была настолько, вот как раз важный момент, сразу перебьюсь, до 11 месяцев, да, когда у ребенка закладываются мелодики языков, всех языков, которые он слышит. То есть хотите, чтобы ребенок впоследствии был вообще легко и просто, до 11 месяцев надо успеть, как говорят исследования, надо успеть дать ему как можно больше услышать языков разных. И не один раз, а на достаточно таком, так сказать, рутинном звучании. То есть часто, достаточно часто. Я этот момент не знала, когда сама стала мамой, но знала, что язык будет, английский язык будет присутствовать не наравне с русским, но будет присутствовать в нашей жизни. То есть начинаю примерно со второго месяца жизни. Я начала делать примерно то же самое, только в гораздо меньшем объеме на английском языке. То есть где наши ручки, там где наши ножки, стишки, nursery rhymes, да, обязательно. То есть стишки, проверенные уже столетними периодами, десятилетиями, на которые реагируют замечательно все дети. То есть поэзия прям с самого раннего детства, с самого практически рождения, песенки, стишки, прикладывание ручек, ножек, да, все вот это, то, все, что мы делаем в детском возрасте, то меня очень часто спрашивают мама, которая прекрасно владеет языком, что делать? Мы не понимаем, с чего начать. Начинаем, конечно, с прикосновения, которое мы с вами, с действия, с массажа, с чего угодно, чтобы как бы мы передавали свое тепло, свою энергию, свою любовь ребенку посредством своих рук, да, посредством, понятно, губ, целую и так далее. И все это мы еще с вами комментируем. То есть мама радио, режим мама радио. Мы комментируем. То есть мы комментируем вот наши ручки. Да? Here are our hands, here are our little cheeks, here is our nose. Все, что хотите, да? То есть мы комментируем. Все это, естественно, с улыбкой на лице, с большим обожанием, любовью. То есть это я сейчас говорю как с позиции мамы. Остальные мифы уже более поздние, и уже когда не мама включается, будем рассматривать уже последующие записи. То есть мы с вами проявляем такую же любовь и заботу на английском языке. Даже если ваш язык не такой же совершенно, как родной язык, вы все равно можете почерпнуть очень много из того, что вы знаете, и передать эти знания ребенку. То есть не обязательно, что ваш язык должен быть
как бы стопроцентным, идеальным. Но вы должны тогда, если вы считаете, что вы не говорите на C2, там, да, на каком-то professional level на английском языке, то старайтесь тогда просто свои фразы делать наиболее простыми, чтобы вы сами не допускали ошибки. То есть если у вас, вы знаете за вами такой момент, что могут быть какие-то ошибки, просто старайтесь сделать предложение короче, то есть буквально. Here is mommy, here is my baby, you're my baby, you're my lovely ones, I love you. То есть все коротко, да? These are our fingers, this is our nose. То есть все, что мы говорим. То есть почему важно не допускать ошибок, потому что все это у нас откладывается в дальнейшем. То есть мозг собирает как губка в таком возрасте до 3 лет. Мозг собирает все. Не то, что, конечно, все, но очень много собирает. И до 3 лет вы тоже должны это, вы наверняка это знаете, но если нет, то до 3 лет у нас работает не только да, наш мозг в плане, не только речь, но и все окружение. То есть контекстное окружение является основой того, чтобы ребенок, который только родился, начал впоследствии разговаривать, понимать окружающий мир. То есть контекст является огромным, огромным значением. То есть то, что окружает ребенка, не только мама. Сначала только мама. Видите, только маму, на ней сфокусировано зрение, но как зрение начинает развиваться, то, естественно, уже надо больше окружения, которое мы добавляем в нашу деятельность совместно с ребенком. Так вот, наш миф, который мы говорим, да, обучение является, а обучение языка задерживает родной язык. Получилось так, что до года я занималась, то есть что такое занималась? Разговаривала, читала книги, играла, да, все понятно, это как каждая мама делает. Очень много этого было в нашей жизни, и уже к целому году, точнее, к первому году жизни, она уже говорила 10 слов на русском, английском языках. Прям сам не знаю, почему. Я очень, как специалист, как лингвист, я очень много отслеживала того, что я ей даю, то есть какие слова я использую в речи. Причем, ну, на русском, конечно, поменьше, но на английском более тщательно. Вот, и мне было очень интересно, почему у нее на выходе к году оказалось слово «киви». Непонятно, загадка. То есть она говорила слово «хлеб», «киви», причем с английским почему-то вариантом. И еще какие-то слова уже не очень помню. Корова. Слово любимое было корова. Она ему сказала в 3 месяца. Это мне никто не верит, но она сказала слово корова. Сейчас скажу. Корова. 3 месяца. У нас с мужем был шок, больше не повторялся. Мы сейчас думаем, что была галлюцинация. Сейчас не об этом речь. То есть дело в том, что я делала до года. Я много пела, много рассказывала коротеньких детских стишков, Mother Goose Rhymes, которые я помню наизусть, потому что у меня до этого было очень много учеников, с которыми мы это все учили, поэтому мне легко в этом плане было. Читали книжки, естественно, ну и всякие наши действия, которые были скомментированы. Примерно в год я стала уже выходить в свет, то есть без нее, то есть ездила к ученикам на занятия. И были такие моменты, когда меня уже дома не было, уже оставался с ней папа, бабушка, и, естественно, они уже не так много уделяли времени, то есть какой-то был момент чуть-чуть упущенный, и у нее речь закрылась, она ничего какое-то время не говорила. После этого, когда я поняла, что надо что-то делать, ребенку уже 1,3 разговаривает, почти не разговаривает, то есть провал, то есть регресс пошел. И осталось не заниматься именно английским языком, то есть, естественно, разговоры на русском, стихи, пение, книжки никуда не исчезли, не остались, но я стала с ней разговаривать, именно заниматься английским языком. То есть, что я стала делать? У меня было много карточек, набор с карточками, и там были нарисованы человечки в разных позах. Вот, и я стала именно брать, тогда уже, естественно, она уже ходила, вот, и у нас все спрашивают, как ребенку, чтобы он понял, что мы будем заниматься языком. Мы садились сюда в определенное место, на диван, и я начинала сюда, it's English time, let's speak English, то есть, чтобы шока у нее не было, естественно, это не первый раз, когда она слышала, поэтому не было никакого отрицания языка, и мы с ней именно садились в одно место, на диван, я доставала эти карточки, всегда ритуал был такой, here are cards, they are so interesting. То есть все зависит от вас. С каким интересом на лице вы говорите ребенку, так он будет в таком возрасте реагировать. То есть если у вас, oh, let's look at the cards again, oh no, I don't want to do this. То есть и ребенок, конечно же, сочтет ваши эмоции, ничего не будет делать.
всегда over-exaggerated expression. Я over-happy to do this. То есть вы доставили... Я доставала карточки, и мы начинали с ней обсуждать. Here is the person, you see. He's sitting. Let's sit. Да? И всегда мы идем через наши действия. Let's sit. Here he is standing. Let's stand. То есть все мы вот это проделали. И после этого... То есть мы начали, ей было 1,3. После этого, то есть буквально через неделю, через ЕС, я видел огромные результаты, не только на английском языке. То есть она начала говорить короткие английские слова, односложные. В английском больше односложных, в русском, поэтому больше было английского языка. И потом пошел русский, но пошел он одним слогом. То есть она привыкла к коротким английским словам, да, в каком-то момент. И тут пошло у нее... она говорила одним слогом. То есть на протяжении, может быть, месяца был один слог, что в английском, что в русском. Причем она выбирала те слова, которые ей проще сказать. То есть мозг уже в таком возрасте 1,3,5, 1,4. А мозг не дурак. Мозг выбирал слово, которое она может сказать, и целое слово. То есть если уже там не какая-то корова, я уже не выговорю, корова, которая была в 3 месяца, а просто мозг выбирал слово, которое целое из одного слога. То есть snow. Сразу была зима. Snow. То есть сне не доделать ей было. Г не доходил. Сне, но snow. То есть она больше выбирала те слова. И после этого настолько стал прогрессировать язык быстро русский. То есть английский тоже был. Она все понимала. Все делала, что я просила. У меня есть видео, если интересно. Пишите в комментариях. Добавлю. То есть она настолько стала быстро прогрессировать в русском языке, с английским тоже, но вот именно в русском языке, поскольку мы говорим сейчас про мифы, что язык второй свой собственный родной. Нет, это неправда, забивает. Пошел огромный boost in the brain, то есть мозг, просто включился мозг, то есть у него пошло все. И русский, и через какое-то время, буквально через месяца два, она заговорила целыми предложениями. Ну, то есть 1,6 примерно, 1,6-1,7, заговорил целыми предложениями, как я говорил тут недавно в вебинаре. Она начинала общаться с детьми, она всегда общалась, она общительный очень человек, очень любит детей. Она начала общаться с детьми, начинала общаться с детьми на площадке, потом подходила ко мне, малыш совсем, говорить не умеет. То есть ей было 1,7-1,6, говорить не умеет, страдание было, и она так, малыш совсем. Вот, то есть я считаю, что это было, конечно, огромное значение связано с тем, что была проделана вот эта вся работа. И также до 11 месяцев я успела ей петь песенки на французском языке тоже. Поэтому для нее французский до сих пор мелодика языка. Сначала мы начали изучать, пошел тоже, но это уже было после, это уже был 1,9. Когда пошел, я увидела у нее интерес. Сейчас любимый пункт расскажу. Любимый пункт про свинку Пеппу. То есть она с 1,4 приблизительно. Никаких видео дать, да, 1,2, 1,3 точно показывать детям не надо. Сразу говорю, никаких видео, никаких видеорядов, никаких телефонов под нос, чтобы не мешал. Никогда. Это настолько забивает развитие именно лингвистическое, то есть языковой составляющей человека маленького, что... Вижу просто, я не знаю, видите ли вы вокруг, как это происходит, насколько люди не очень хорошо говорят маленькие, когда они сидят с телефоном. Ну, это ваше, конечно. Каждый родитель решает, что лучше. Про свинку Пеппу. То есть где-то с 1,3, с 1,4 мы начали постепенно смотреть свинку Пеппу. Мой любимый мультик. Почему? Потому что и весело смотреть и мне было, и ей. Вот. И мой любимый пример. Говорю везде, поэтому не кидайте мне тапками. Слушала, естественно, на английском языке. На русском меня выбеживает. На английском все замечательно. Смотрела на английском. Да, все нормально. В одной из серий появилась, помню, как его зовут, Донки из Парижа. Появился из Парижа и стала петь песню «Фрэру Жаку, дормеву». И когда она услышала эту песню, я ее пела на эту. Когда она услышала этот язык, там не только эта песня была, она еще разговаривала, она так обрадовалась, у нее раскрылись глаза.
Она встретила этот язык, то есть она сразу четко оценила, что это язык другой, то есть это не русский, не английский, она сразу оценила, просто реакция была мгновенная, она оценила, она всегда сидела у меня на коленях, смотрела мультик, я это увидела. Она так открылась, открыла глаза, после этого она начала петь эту песню, начала петь практически вот то, что вот, то, что услышала. Ну, можно сказать, что я пела, но французский был очень, очень мало в нашей жизни, это только несколько песен, то есть я с ней не разговаривала. И все равно реакция была умопомрачительной. И опять из той же свинки Пеппы, когда она в какой-то другой серии. И после этого я поняла, что надо вводить третий язык, французский. После этого она услышала серию, где они приезжают в Италию и с ними разговаривает итальянский ось или олень. Я все время забываю. Она просто испугалась. Залезла под стол, закрыла уши, глаза руками и сидела там, пока этот бедный олень никуда не делся. То есть вот вам реакция. Вот вам реакция на то, что давать надо раньше, потому что сама мелодика языка остается на всю оставшуюся жизнь. Даже если ребенок до года слышал язык, потом он не слышал очень-очень долго, все равно, когда он встретится с этим языком, ему будет гораздо легче изучать другие языки. Всего хорошего вам дня, вечера. До свидания.